Итак, всем привет, дорогие друзья. Всех приветствую на канале Копцев РС. Сегодня мы продолжаем ковырять нашего Махаве Аксиала. План у нас сделать отверстие под амортизаторы в крышке, в корпусе багажника. Но сейчас мы этим займемся. Мне еще нужны некоторые инструменты, которые я затыкал, принести. Так что секундочку. Штанги и циркуль нужны. Есть. Это уже хорошо, можем что померить. Линейка под рукой есть. Так, свет не врубили. Врубаем свет. Так, есть свет. Все есть, все четко. Музыка какая-то играет. Так, погнали. Не знаю точно, что мне пригодится. Поэтому будем по мере поступления, по мере необходимости искать инструмент. Так. Нам отсюда нужна крышка багажника. Эта штука. Гость программы сегодня. Знаю, многим там типа неинтересно смотреть вообще, типа какой смысл это все делать. Какой смысл это все делать в одиночку, раз есть возможность постримить. Так. Время просмотров и так необходимо набирать каким-то макаром. Целая куча. Ноль зрителей, ну и ладно. Хотя, наверное, стоит закинуть хотя бы в фейсбучик. Теперь ссылку на видео. Отправляем ссылочку. Так, погнали. Ссылка есть. Так, ребятам написал, но навряд ли кто зайдет. Кому интересно нафиг, все. Ну, а вдруг? Ладно, начинаем. Теперь нам надо узнать, как это все промерить. Мне здесь скидывал один знакомый этот шринг. Картиночки, как он это все делал. Попробую посмотреть. Ну там все просто, он взял, вымерил штангелем. Определенный размер нацарапал. Причем со стороны... Хм,
Тут даже можно его размер взять и все. 49 миллиметров, я так вижу. Можно попробовать. Чтобы не париться. Берем штангель. Подвигаем нашу бибику сюда. Берем крышку с этой стороны. 49 миллиметров. Можно отмерить. Мы будем знать крайнюю точку, докуда мы будем пилить. Пилите, Шура, пилите. Да? Так, 49. 51. Ну и примерно 49. Да ну нафиг. Я понял, это не в наших измерениях. Это в ихних. А, так мы можем сделать в ихних. В чем проблема? Воп, один. Это получается 4,9 не надо. Так, а у меня дальше мой инструмент не работает. Есть 4,9. Так, по картинке смотрим. Нифига не правда. Или правда? Нет, неправда. Короче, надо измерять самому, а то сейчас такого напилякаем. Офигеем просто. Так, у меня есть возможность измерить от этой точки. От крайней точки. Вот я могу вот так вот прям измерить. Все будет четко вот до этой части. Блин, конечно, эти амортизаторы, я их все равно буду менять. Есть ли смысл так далеко отрезать? Непонятно, конечно. Еще вопрос, на какую ширину вот так вот какая-то дрянь должна быть. Как это измерить? Неохота резать, чтоб вот здесь прорезалось вот это. Подкрыльник этот. Не хочу трогать его. В теории, как бы, я его не должен даже задевать. Но это только в теории. Нет, по идее, как раз вот рядом, но не дальше. Так. Так, что мы видим, что мы видим? Так, нам надо замерить. В миллиметры перешли, правильно, правильно. Замеряем. От центра. От центра мне надо рубануть 96 миллиметров. Это прямо центра. Наверное, надо с запасом взять. Чтоб ничего не черкало. 98. Но это не точно. Поэтому 10 сантиметров, короче.
Ну тоже прикол. Я сейчас я поменяю амортизаторы. Мне получится огромная дрень. Крайняк я могу, короче, как-то, наверное, ее прикрыть. Блин, ну вот эта хрень, которая вообще тут тупо декоративный характер несет. Ее в идеале вообще срезать к херам. Извиняюсь за мои фыры. Ну нафиг, реально же едут амортизаторы нормальные. Думаю, если я это срежу, на скорость-то не повлияет. Потому что из-за этого рубать крышку тоже неохота. Короче, делаем 89. А там подпилим. Один размер 89, второй размер. Второй размер. 59. Еще раз смотрим, 89, 59, да, я говорю? Да, вижу так, 89 и 59. Отлично, поехали пробовать. Это отсюда мы сможем сделать только, да, получается. Но как я знаю, насколько здесь центр? В идеале, конечно, мне поиметь. Так, 89. Можно зафиксировать. Поставить типа на центр. Чем-то нацарапать. Так, есть. Мне кажется, этого мало, конечно, будет. Так, ну это есть, по крайней мере. Хорошо, теперь нам нужна линейка. И вот царапочка. Будем нацарапывать. В идеале, конечно, с двух мест, блин, проставить. Такое же себе, потому что я на глаз-то все делаю. Я уже вижу, что мне не особо это нравится, потому как здесь у нас 85. Здесь, ну, примерно одинаково, то есть чуть-чуть выше здесь взять, мы примерно попадем. Так,
Примерно. Так. Одна метка есть. Сколько она метка, непонятно, но что-то да есть. Так, дальше смотрим. Вот начало уже здесь меряем, уже не смотрим. Это всю дичь. Вот начало. Мерил. Так. 54 каких-то. Так, меточку поставили. Теперь берем линеечку. Короче, здесь надо главное найти точку, от которой ты будешь плясать. И все. Так, что-то мне там уведомление какое-то пришло. Так. Мне кажется, что узко я тут слишком сделал. Неважно. Окей. Теперь нам надо узнать, как бы мы это все рубанули. Имею в виду, как по ширине нам теперь найти, попасть. По ширине. Тоже как-то плясать. Вот этих отверстий. То есть, если получается, если я правильно все вижу, режет по центру дыры. Мы как раз мимо этой стойки проходим. Прикинем, что у нас получается с этого добра. Так, я вижу, что неплохо так получается. И такая что-то уже и проблема будет. Если все отверстия совпадают. Не так все страшно. Блин, там у них на фотках прям такие дырени, я вам говорю. Они начинают отсюда. Блин, интересно, что у него там стоит такое? Хм. Возможно, у него он наклонил эти. Возможно, он наклонил амортизаторы. У него какие-то размеры вообще дикие. Или он там такой прям запас-запас сделал. Интересно, очень интересно. Надо в группу куда-то закинуть. Возможно, ребятки подскажут, что да как. Все же пилят корпуса, 100%. Или в основном все. Зашел, вышел. Ну,
Тоже нормально. Я прям так залил жирненько. Несколько групп прям бахнул. Ладно, достаточно. У него реально как-то, блин, стрёмно. Сейчас что не так померяю, затуплю и рубану вообще корпусок. Ну, блин, как здесь можно ошибиться, не понимаю. Все ж элементарно. Ватсон. Так вот прорезаем. Все. В чем проблема-то? Только по толщине еще отмерить. Все. Чтобы аморт проходил. С запасиком так. Вот 2,7 сантиметра, это будет даже хорошим запасиком. Вопрос, у нас тут есть 2,7 сантиметра? Да, есть как раз. Там есть царапка. Здесь царапку. Так, есть такое дело. Здесь круги какие-то. Мне кажется, по ширине надо больше брать, вернее, по длине запаса. Я накосячил, но ничего. Рубануть постараемся ровно. Так, мы можем посмотреть, докуда у нас будет садиться корпус. Не знаю, не знаю. Наверное, рубаем так, а там будет видно.
Я сейчас сниму корпус и перепроверю. Снимаем переднюю часть. Ух. Так и ушатать можно. Так, я не заряжал, блин, мой шуруповерт. Надеюсь, у меня хватит этого всего добра. Пока я не буду крутить, я кину его на зарядку. Так, двоечка, отверточка. Что-то перебор. Блин, где мои двоечки? Корпус. Сейчас мы прикрутим тупо заднюю часть, переднюю снимаем. Тогда мы наглядно сможем посмотреть, насколько верно мы все просверлили. Ну как просверлили, пометили. На попе. Так. Так крутанем, чтобы не потерять. Блин, люди прям все спят по ночам. Какие все молодцы. Когда они все успевают. Спать умудряются. Так. Чуть жарковато прям аж. Волнуюсь, чешу. Сажаем ее сюда. Просто прихватим так чисто символически, чтобы понять, все ли хорошо с плюс-минус. Да, тут притянуло нормально. Нифига не символически. Так-с. Стоять бояться. Нормально, так фиганул. Так, смотрим, что у нас получается. Так, свет не нужен. По ширине я взял очень сильно. В эту сторону взял не очень хорошо. Так, возможно, я просто криво прикрутил. Смотрим. Попустить. Да, здесь такой люфтец неплохой получается. Так, у нас там отверстие по центру. Значит, надо здесь выставить шурупы по центру плюс-минус. Вернее, не по центру, чтобы они одинаково стояли. Притянуть и глянуть, что там, какой видок. Есть, смотрим.
все ли у нас тут фурмоз. Так. Да, лучше, но все равно запас слишком большой. Да, все плюс-минус ровно. Лагает еще стремецкий. Нам надо дать сюда больше. По длине сюда норм, если мы обрежем все. И сюда, наверное, надо дать больше. Хотя не факт. Точно надо дать. Дать надо. Сместить сюда пару миллиметров. Миллиметра три. А сюда миллиметров, я знаю, 5. Сейчас прикинем. 5, может, не надо. Миллиметра 2 надо. Туда 3 и туда 2. Должно быть норм. Так, как мы это будем делать? У нас есть шуруповерт с сверлом. Мы можем выстроить по углам. Тогда у нас не будут круглые, закругленные углы. Это плохо. Может трескаться. Чтобы не трескался корпус, нам надо как-то это все придумать. Тем временем поставить на зарядку шуруповерт. Хотя, мне кажется, он еще бы крутил и крутил. Прям немерено. А, мне некуда его сунуть. Ладно, придется это вытащить пока вместе. Поставить зарядочку. Так, зарядочка есть, а мы тем временем немного подправим нашу чехурду. Сюда 2 миллиметра, короче, надо. Сюда 2. Просто тупо царапаем, можно карандашом, конечно. Но так тоже я вижу. Пока вижу так, буду делать так. Есть. И сюда сколько там я говорил? Сюда 3, да? Или 2? 2. Я, наверное, буду делать так, чтобы просто здесь по рисунку совпадало. Рисунок точно ровный. Скорее всего, ровный. Так. Есть такое дело.
теперь мы можем взять сверло, которое удачно уже, наверное, просрал, да? О, боже. Как так можно? Блин, это ж было. Или я просто слепой? Так, есть сверло. Это уже хорошо. Так, что он там натворил? Ясно, все так супер колхозно получается. Ладно, иду я все равно схожу за очками на всякие пожарные, чтобы диски все разлетится. Такие разы. Глаз поставь на фитон. Так, вот, а чечи есть? Очков никуда, гайс. Ну нафиг. Ну этого не стоит. Хорошо. Все хорошо. Небольшая рассадочка. Конечно, диски и качество это, блин, просто забей называется. Сейчас смотрим. Насадочка. Ты два только два раза повезу. На третий раз не факт. Что надо? Чечи. Вообще даже не понимаю, для чего эти диски. Все они так разлетают. Так, офигенно, я говорю, микрофон не взял, да? Исправляешь. Так,
микро висит. Да, конечно, такой деликатный этот диск. Будем пробовать этим чудом срезать. По сути, грубо говоря, я только для этого его и купил. Так что надо использовать. Чем-то пилить пилкой у меня такой нету. Тут вообще надо не пережать. Не дожмешь плохо, пережмешь плохо. Непонятно. Ну, вроде плюс-минус нормально. Так. Это сюда. Это сюда. Блин. Вкручиваем нашу насадочку. Вроде есть. Стопорим. Сжимаем. Мальца. Есть такое дело. Так. Примеряемся, как это будет для нас удобней. Так, будет что-то видно? Это будет. Ладно, я, наверное, вам отрублю звук, чтобы вам по ушам не ездила вот эта дрель. Этот гравер. Главное, чтобы я его потом не забыл включить. Все.
Итак, я здесь. Yes, I know. Hello. А, Роман, это ты? What the fuck? Роман, это ты? Звук есть. Наверное, да, есть звук. Привет, здорово, во. Не послушался я тебя. Если что, другой закажем, не проблема. Так, тут надо допилить, короче. Так. Короче, он так плавит нехило. Посмотрим, что с этой стороны. Ого. Ого! Да, здесь, конечно, надо допиливать. Пропиливать. Покромсал, да, покромсал. Да не фигня это все. С карбона потом, короче, если что, вырежем, прикроем. Так, только дело в том, что допиливать надо, это нехило. А так вытащить я просто не вытащу. Такс. Блин, сейчас уже непонятно, который час, а там соседи, наверное, офигевают. Ну шо порубити? Надо хотя бы это допилить как-то. Допилить-то допилим. Потом что? Потом надо шлифовать. Главное, чтобы я в правильном месте дыры сделал. Остальное все до сраки. Так, тут нормально таки допиливать надо. Шура. Пилите, Шура, пилите. Звук я специально отрубил. Земфиру? А, ну ты слава богу. Значит, можно пилить. Текс. Ладно, еще раз отрубаю, сейчас допилю, прорежу тут до конца. Я уже вижу с другой стороны просто, где что надо подрезать. И врублю опять звук, чтобы вам не мешало.
Раз, два. Все, звук есть. Короче, все, пеленул. Пеленул, випеленул. Выглядит, конечно, ужасно пока что, надеюсь. Хотя бы примерить, надеюсь, получится. Так, это пока мест не выкидаем, всякие пожарные, кто его знает. Прям, блин, для глаз. Так. Роман, вопрос есть. Если ты еще здесь. Хотя вряд ли. После того, что ты увидел, ты, наверное, ушел. То быстро. Да что-то кривовато, ну ничего. Или что, или ничего. Так, вот эти амортизаторы можно прямо не снимая их, чимкнуть? Это ж точно тупо декоративная фигня. 100%. Как не знаю, смогу ли я их так чикнуть, чтобы... Что не смогу. Там о себе не сомневаться. Раз. А, Роман, привет. Нервишки сейчас тебя, наверное, зашкаливают. Смотри. Оп. Аксиаловские амортизаторы. Второй. Повернем. Банк. Пружина со страха соскочила. TX. Главное. Опа. Аптека, слушайте. Четенько. 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 Так. Улетело непонятно куда, но не важно. Все, можно мерить. Там, конечно, вот этой фигней будем все чистить. Но вот я думаю, сделать это сейчас или пожалеть соседей. Что ногу кусает. Так, это дело надо прикрутить сначала. Мы крутить сейчас не будем, но, скорее всего. А просто так зафигачим. Или не полениться взять шурупики, крутануть, чтобы было вообще по красоте все. Тут их всего-то два надо. Просто шуруп или, скорее всего, там шуруп и гайка. Ну, сейчас мы это узнаем. Так, а чечи пока мне не пригодятся. Но лучше всего... GMI 93. Блин, я себе, короче, заказал. Прям амортизаторы героин вышли. Выйдут. Они еще не приехали. Но там реально прям героин. Эти забугорные спортсмены юзают. Эти с красными и розовыми пружинами. Пружины там лоси или как-то так называется. Точно не помню. Ну не знаю, мне вот эти амортизаторы устраивают вполне. Короче, у меня проблема с этим, с Defender'ом. Там, короче, 6 килограмм живого веса, скажем так. И у меня вот мучаюсь, вот еще заказал на пробу. Где они? Именно родные вот амортизаторы для Defender'а. Короче, я уже перетрогал амортизаторов так нехило. И, короче, вот эти... Аксиаловские, они мне, блин, больше всего нравятся. Среди всех, которые у меня были в руках.
Это говно пластиковое, блин. Оно лучше всего, как по мне. С того, что я держал в руках. Оно и работает, оно гасит все. Так, нам надо пакетик с шурупиком. Так. О, кстати, Роман, я походу корпус новый придумал на Xiala. Коробка называется. Так, смотрим, что нам надо по шурупам, чтобы корпус крутить. Два. Какие именно шурупы туда идут. Все отдельно, отдельно. Отдельно. Вот, в кучу, как его присобачить. Так. М3. Пакетик не нужен, М3, да? Нет, внутри шурупа пакетик. Локнат и БХ-6МН, блин. Ладно. Вы так со мной. Ничего страшного, найдем мы ваш М3. Так, это не то. Так, я вообще в кадре. Руки. Реперпл Бано и Джинайт Топ. Да, там, короче, один корейский друг мой видос выставил с Джимейдом. Я посмотрел, как тачка едет, типа, там, в слоумо. Ну, я не знаю. Я не видел, как вообще тачка ехала. Короче, тачка ровно. Так, где моя рука? А тачка ровно едет. А колеса там прям ходовая, вот так. Но тачка именно ровно. Я такого еще не видел. В жизни так даже не бывает. Так что вполне возможно, что Gmail топ. Ну вопрос в другом. А если он топ, почему ты его продаешь? Так. Так. Так, вижу М1. Блин, что-то камера мне не нравится, как стоит. Сейчас мы ее, мальца, сорян за тряску, поставим поближе. Так, смотрим. Нам нужен М3-10. М3-4. М3. Локнат. Вот это нам надо. Это нам надо. Это нам надо. Короче, надо эту штучку убрать. Отверточкой. Здрасте. Так с этого надо было начинать. Блин, тогда у меня к тебе миллион вопросов есть. Как магазин называется? И в каком городе? О, блин, дядя, там мне столько всего надо. Сидит внучку, молчит. На нем, оказывается, магазин есть. С нашими штучками, дрючками. Так, что там еще надо? М3-10, БХ. Вот. У тебя есть краски, лак, вернее, в магазине? Лак красный и лак желтый для, ну, ты понял, для чего, для фар. И стопов, поворотников. Merci best. Блин, надо заскочить. Короче, мне нужны лаки цветные, прозрачные. Желтый или оранжевый и красный.
Это 100% мне прям надо. Я искал. Прям искал, искал. Чё так до хрена шурупов? Я не могу понять этих М3-10. БХЦС. Ладно, мне 4 надо пока месть. Дальше будем дальше разбираться. Это все назад. Нету. Печально. Окей, а для сервопривода, вернее, для сервопривода, для лебедки сервы крепления есть такое дело. У меня есть какое-то крепление, оно какое-то стрёмное. Мне надо, чтобы лебедка вот стояла вот здесь, вот. Чтобы лебедка стояла вот здесь, вот, вот так, вот тут. Чтобы я здесь добавил еще одну дырочку и сюда ее установил. Сейчас покажу как. Ты сначала скажи, есть ли у тебя вообще крепление для лебедки. Я покажу сейчас, что мне надо. Вот, короче, наша лебедка. Вот. Хочу, чтобы она стояла, чтобы она стояла, чтобы она стояла. Вот как-то здесь, вот как-то так. Она не видно, наверное. Вот так мне ее надо что-то установить. Подарю. Да блин, это мне подарить не надо. Мне главное, чтобы она вот так вот стояла. Прям вот так. Чётенько. Тётенько. Или вот так. Вот так даже лучше будет. Чтобы я к этой кнопке мог это дотянуться. Тоже имба, короче, лебедка. Что мне еще надо? Что мне еще надо? Хрен его знает. С краской не могу определиться под этот корпус. Синюю тачку уже сделал малому. Получается, уже синяя не прокатит. Светло-серая, хз. Короче, реально не знаю, что с светом делать. Печаль. Так, двоечка. Тверточка. Так, 4. Еще какое-то 4. Или 2 запасных, или еще какое-то 2 шурупа должны идти. Тут 3. Ладно. Неважно. Так, что-то наша отвертка зарядилась. Так, эту пилу уже можно прятать, наверное, сегодня. Соседей, ладно, будем. Пожалеем соседей. Так. Теперь не помещаю здесь из этой камеры. Ставим плюс-минус, как было. Так. Шуруповерт зарядился. Переворачиваем вот это все добро. Блин, у меня здесь куча мусора образовалась. Так, кусочки в сторону. Блин, так хреново и так хреново. Так, наверное, все-таки лучше будет. Неудобно, но ладно. Так. Что видно?
Нифига не видно, но... Там ничего интересного, короче. Раз попали. Два попали. Сейчас скрутим, окажется, что надо допиливать будет. Это будет весело. Так, можно так прям перевернуть. И докрутить. Блин, прям такие шурупы жесткие. Так, сюда попадаем. Там еще корпус это должен, интерьер крепиться, не могу понять как. На какие шурупы. Наверное, на эти же. Что за дело? Ну, ёб его, мать, вот так. Раз. Сюда. Последний. Так, есть такое дело. Ключик, ключик. Вот такие есть. Сейчас заглянем. Эх, где-то у меня убежали руки. Руки-крюки. Такие есть. Уф, вот как я его засобачу. Блин, я хз, как оно работает. Это серво посерединке должно быть, чё ли? Ну окей, я потом позыркаю. Сейчас другая проблема, надо ключ найти. Кто мне тут? Малюк игрался? Вполне возможно, утащил. Ладно, пробуем руками. Руками фиг получится. Ну ладно. Да, руками никак. Нереально руками удержать его. Кажется, что я, как всегда, на малого наговариваю. На самом деле, просто слепой. Эх, печалька. Куда он мог его засунуть? Куда он мог, там его нету. Блин, как же это бесит искать какую-то фигню. Ее под руками нету. Ладно. Нет ключика, есть просто упси. Паскрупс это вещь. Так, стоп. Это вещь, ну блин, сейчас я только прохерячу все. Вот уже один вылетел. Практически. Так, покромсали кузов, как говорит Роман. Ну не страшно. Я знаю, где еще есть. Прикольно, что там продаются, можно заднюю часть отдельно купить.
Я уже проверил. Правда, опять ждать? Дофига. Ну, что такое? Тут прикол в том, что ты пока не знаешь всего толком. Ты делаешь по одному. Потом, когда уже узнаешь все, уже хочется переделать по-другому. Я бы вот если сейчас Defender делал, я бы все совершенно иначе делал. Ну, многое иначе. Так, как-то прикрутили там с горем пополам. Ну, на данный момент нам этого достаточно. Так, смотрим, что у нас выходит. Накручиваем это. Да, я видел, спасибо. Мне прикол надо, чтобы в том, чтобы там, короче, у меня тоже есть один, но там с поворотом получается. Мне надо, чтобы оно ровно шло. Все надо такое показывать. Так. Как всегда во всех машинах, у меня, блин, здесь получается передок задран сильно. Не нравится мне, когда задран передок. Передок должен быть максимально опущен, тем более для трофи этого всего дела. Уже вижу, жопа слишком сильно выпирает. Покатаю первое время так, но закажу клей, химию, которая с помощью которой можно будет склеить пластик. Если, конечно, с eBay привезут, как-никак химикат. Батарейки нельзя возить. Не факт, что химию привезут, но будем посмотреть. Потому что мне эта химия нужна, если я собираюсь пилить пластик. Ой, корпус. Но жопа тут реально слишком свисает. Парни там пару инчей срезают, там полтора инча или сколько убирать. У них жопка получается вот здесь вот. Примерно заканчивается. Так что нам надо будет что-то типа того делать. Ну, первое время покатаем так, типа на оригинальное, а потом будем резать ее. Да, такой свес нифиговый сзади. Ну, выглядит прикольно. Так, вот и все. Грубо говоря, мы срезали. Грубо говоря, даже неплохо получилось. Заточим. Возможно, на 3D принтере закажу окантовку здесь. Сделаю чертежик. Поищу в городе. Но реально, из-за этой фигни надо было еще дореньшире бы делать. Это фигня. Тем более, это все декоративно, это понты. Да, вот такой у нас барбос получается. Сейчас мы еще жопу зафиксируем. Чисто прикинуть, работают ли эти все крепежи. Так, попало. Попало. Ну, вроде не лоханулся. Прорезом. Наверное, можно было меньше, аккуратнее это все сделать. Ну, уже как есть. Сейчас посмотрим, прикроем. Прикроем мелочевкой. Блин, я сразу что кину назад, и все. Колесико будет прогинаться. Или нормально. Морду бы как-то опустить. Дропнуть. Но это сделать реально. Это надо снять просто амортизаторы. И получается
на выдохе, грубо говоря, закрутить его. Не на вдохе, а на выдохе. Тогда у нас морда должна была бы просесть. Ну вот пока так получается. Сейчас пойду колесико возьму. Ну это такое-то. Не колесико, это фигня. Будем смотреть дальше. Надо эту заднюю стенку приклеить будет. Потом заказать металлические штучки, дрючки. Или заказывать, или самому пилять. Отлично, амортизатор работает. Так, это мы все прикроем барахлом. Сейчас попробуем пойдет. Блин, жаль. Пилить еще нельзя. Сейчас бы еще поигрался немного. Да, вот жопа не проседала. Поставил корпус, сразу жопа начала проседать. Когда ставил только передок, проседал. Жопка сейчас так нормально проседает. Надо скручивать амортизаторы. Это не проблема скрутить. Как бы жопу передок опустить. Вот так где-то было бы нормально. Но тут тоже опустишь, тут большие колеса нестандартные. Опустишь и будет черкать. Как-то так, короче. Так, а если мы запасочку наперед кинем? Прикроется по-любому. Вот так вот даже кинуть. Единственное, что болото может туда лететь, но это такое мелочи. Болото так и так будет. Интересно, что у нас там по зарядке этот аккумулятор. А то я его 100 лет не заряжал. Так, а проверить я не смогу. На этом, наверное, и все будет на сегодня. Потому что я не хочу напрягать реально соседей. Уже 1:20 идет стримчанский.
Как-то так. Да, он будет по-любому черкать. Есть еще вариант поднагреть это все дело. Срезать, наверное. Не знаю. Вот эту часть мне, по идее, ну, если будет опускаться, 100% надо будет срезать вот так. Хотя бы вот так. Здесь не знаю, буду ли срезать. Ну, пока мест не буду. Пока мест буду 100% на стоковом гонять. Так, морда. Где наша морда? Столько целлофана, короче. Просто тьма. Так, морда. Как бы морду сюда собачить? Надо выгинать. Пластику. Вот так вот. Блин, уйди отсюда. Бля, хочу бы что не сломал. Реально что-то сломаю. И что? Это мешает встать на место просто-напросто вот так. Вот так. Вот плюс-минус. Так оно и будет. Вкручиваться как-то. Ладно. Сейчас реально что поломаю. Да блин, жопа нормально так проседает. Надо будет подрегулировать. Лады, ребята, на этом все. Дальше буду завтра крутить. Что буду завтра крутить? Завтра точно буду Defender крутить, потому что... Потому. Надо его готовить к выходным. По катушкам. Чтобы какой-то видосик запилякать. Лады, всем спасибо, кто заходил. Стримы будут практически каждый день, пока есть что делать, пока есть что крутить, будем выходить в прямой эфир. Выхожу в прямой эфир, потому что так, как-то не так скучно работается. Ну и просмотры, время просмотров надо набирать. Само оно по себе, если ничего не делать, не возьмется ниоткуда. Ладно, продолжение следует. Всем спасибо, кто поддерживает. Очень ценю поддержку. До встречи на стримах. До встречи на...